Привет всем моим подписчикам! Ну что ж, пришло время подвести итоги года. В прошлом году я делал точно такой же ролик, где тоже подводил итоги года, но на тот момент у меня на канале было где-то около 350 подписчиков, да? На сегодняшний день уже 2300 плюс подписчиков. Вот, это о чем говорит? О том, что, в принципе, двигаюсь более-менее правильно. И учитывая, что техносфера – это самая тяжелая сфера именно для развития канала, то есть я выбрал себе, ну так как я люблю, в принципе, технологии, поэтому я и сюда и подался, и люблю рассказывать о них, поэтому и пошел именно в техноблогинг. Но эта сфера на сегодняшний день является одной из самых тяжелых для раскрутки, особенно если ты финансово не вкладываешь именно в рекламу, там еще куда-то, то скорость именно роста канала достаточно низкая. Но в данном случае получается, что мой канал вырос во сколько раз? В 7, почти в 8 раз относительно того, что было, да, за год. И это очень круто. А все благодаря вам на самом деле. Вы смотрите, вы лайкаете, дизлайкаете, пишете, соглашаетесь со мной, не соглашаетесь, либо предлагаете какие-то свои идеи, и я беру их на заметку. Вот часто задавались вопросы, на которые мне приходилось отвечать конкретно видеороликом, либо если человек спрашивал о конкретной мышке или гарнитуре, то мне приходилось просто писать вендорам или дистрибьюторам, чтобы мне дали эту гарнитуру для того, чтобы я мог вам рассказать об этом, и это круто. То есть вы же являетесь по факту, ну кроме того, что я сам, в принципе, работаю над каналом, да, то вы являетесь, в принципе, таким вот себе двигателем канала. И чем больше вы смотрите, лайкаете и так далее, тем больше, в принципе, людей начинают смотреть, и тем больше ролики набирают вообще, в принципе, просмотров, и подписчики тоже появляются новые, благодаря тому, что вы подписываетесь. То есть оно как бы такой себе кругооборот, да, вы лайкнули, подписались, написали комментарий, пришел еще один человек новый, увидел ваш комментарий, тоже написал комментарий, лайкнул и подписался, либо дизлайкнул и подписался. Но были такие, которые отписывались. Если бы на сегодняшний день не отписывались многие люди, то, наверное, у меня было бы уже около 3000 человек подписчиков. Наверное, некоторые ожидают чего-то другого или подписывались на какой-то определенный формат видео, а у меня выходит их, кроме обзоров, еще этих на мысли и так далее, да, то есть какие-то объясняющие видео, а также уроки, да, по DaVinci Resolve. Причем многие пишут, что я именно объясняю по-человечески, то есть всем понятным языком, и таких именно, скажем, комментариев больше всего. Это очень радует, оказывается, у меня есть талант учителя, как оказалось, и это действительно очень сильно радует. Вот, что касается конкретно дальше, что будет, само собой, я в этом году очень много чего не успел, еще много техники, там вот там вот сзади за вами, получается, за камерой стоят еще ящики, ну точнее как ящики, ящички, коробочки, да, где определенные девайсы есть, и я на них тоже буду делать обзоры. Кроме того, нужно сделать еще отдельный тест видеокарты. Именно это по просьбе одной из компаний я сделаю этот тест. Уже есть что рассказать. Уже конкретно тест-драйв прошел полгода, да? Как, не полгода, где-то месяца 4 точно. Вот видеокарта в работе, она вгоняется в хвост и гриву постоянно. И вот первые вопросы людей по поводу этой видеокарты, так как она была у меня взята не новая, она была именно восстановленная. И людей интересует, цена привлекательная, людей интересует, стоит ли ее покупать. Так вот, я вот расскажу, что к чему, греется, не греется, что с ней происходит и так далее. Как начинают вертушки вращаться, в какой момент пищит, не пищит. Дроссели, да, и все в этом роде, это тоже будет рассказано, вот. Так что, в принципе, затравочку сделал. Кроме того, после Нового года, может быть, где-то после Рождества, да, скорее всего, я сделаю розыгрыш на гарнитуру от компании Bloody. И ну, чтобы вас как-то порадовать после Нового года, чтобы начало года началось именно с того, что я поощряю вас за то, что вы смотрите и так далее.
Вот, так что, кто не подписан еще, подписывайтесь, кто пришел случайно, опять же, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, задавайте вопросы, спрашивайте, все, что у меня есть в голове, я все расскажу, все как обычно. Вот, и хотел бы, само собой, поблагодарить, конечно, компании, которые меня поддерживали, потому что вы задаете вопросы, мне приходится их дергать, да, чтобы они мне что-нибудь дали на обзор, либо сам покупаю тоже, но, в частности, хочу поблагодарить тех, кто постоянно помогает, это, в первую очередь, такие компании, как RealL. Это Bloody и Cougar, эти вообще три компании, получается, которые просто вот беспроблемно, то есть звякнул, мгновенно сразу же дают девайсы вообще, ну, на ровном месте. То есть, несмотря на то, что у меня был маленький канал, вообще компания RealL это вообще один из таких дистрибьюторов, который поверил в меня, поверил в мой канал, они увидели, что контент крутой, но почему-то подписчиков на тот момент было мало, да, и многие писали даже комментарии, что у тебя контент на, как у канала миллионника, а почему-то мало подписчиков. Ну, да, суть в простом, просто мало кто знает, что я вообще существую, и YouTube проталкивает слабенько это все дело, ему не очень выгодно, выгоднее работать с большими каналами, да, и их раскручивать, подталкивать, подпихивать, то есть в одинаковые или подобные видео и так далее, то есть это немножко, скажем так, нечестно, даже если ты делаешь более крутой контент, ты конкретно на пальцах, слониках, палочках объясняешь, как все работает, то такой качественный контент, в принципе, мало кого интересует, да, людям подавать что-нибудь, какой-то дурдом, чтобы именно было поржать и думать при этом не нужно было. Вот. А обучающие видео, либо что-то объясняющее, то или тот же качественный обзор, да, когда человек высказывает свое мнение не недельной там, давности, или там 2-3 дня поклацал, что-то все сразу рассказал, это так не работает. Я те девайсы, которые я обозреваю и рассказываю, во-первых, я их все могу рекомендовать, потому что я их, в принципе, в большинстве своем сам выпрашиваю у компаний-производителей. То есть я хочу посмотреть, что это за девайс, да, и в большинстве случаев я угадываю, и оказывается, что девайс крутой, и поэтому я могу его рекомендовать. И кроме того, так как я его тестирую от 2 недель плюс, то мне есть что рассказать там про ту же мышку, гарнитуру, да, вот представьте, да, что я гарнитуру 2 недели там ерзаю туда-сюда в разных, с разными настройками и так далее, точно так же мышку, либо клавиатуру, я их просто, им мозги выношу на самом деле, и таким образом могу вам рассказать, трещит, не трещит, работает, пищит, или классно басует, либо там наоборот, плохо это все, как лучше перенастроить, и так далее, в таком роде. Так вот, получается, компания RealL, это менеджер Серега, привет тебе, и отдельно с праздниками наступающими, точно так же Cougar и компания Bloody, да, там менеджер Лариса, это тоже привет, точно так же у них есть и Владимир и так далее, всем, ребята, привет, в общем, за то, что поддерживаете. Компания Asus точно так же, вот, они поддержали, они прислали материнскую плату, да, для того, чтобы, вы знаете, да, на моем канале была сборка, и вот Ирина вместе с Евгением, к сожалению, уже не работает в компании Asus, он перешел в другую компанию, вот, но, тем не менее, и ему, и Ирине, само собой, поздравления мои и от души привет вам тоже. Вот, дальше компании, которые тоже очень круто помогают. Одна из них Apacer, это и винчестеры, и внешние, да, то есть жесткие диски переносные, это и оперативная память, и SSD-накопители. У меня много чего от компании Apacer, это тоже ребята поддержали. Причем Apacer были одни из тех, кто просто дали конкретный такой толчок для того, чтобы я начал собирать новый компьютер, потому что на своем старом компьютере я просто не мог этого всего тестировать, мне пришлось как бы выкручиваться, подтягивать другие компании со всех сторон, чтобы они помогли мне. Вот и один из спонсоров, получается, это компания Apacer, Asus, да, дальше компания Seasonic прислали крутой блок питания, на него тоже будет обзор, я его вытащу из компьютера, я сниму с него крышку, покажу, какие там японские вот эти все прибамбасы стоят, там даже диодная стоит система, такая, которая защищает от перепадов электричества, да, это круто вообще, там самые блатные внутри, скажем, кондеры и так далее, то есть это очень круто, и там понятно, за что ты переплачиваешь, там действительно офигенно все сделано.
Ну, в общем плане, кто еще? Это компания Tenda, офигенный роутер прислали, вам огромное спасибо. Компания TP-Link тоже, они помогли, у меня сначала сгорел мой роутер, и мне пришлось либо искать, чтобы мне прислали, либо покупать, да, и получилось, что компания TP-Link первая откликнулась, прислали мне на первое время бюджетный, и он оказался очень даже крутой, кстати, опять же, для обычного домашнего пользователя вот такая штуковина, так что тоже у меня все эти обзоры, все то, что я говорю, это все есть на канале, я просто перезываю то, что было и то, что еще будет, потому что много из девайсов, которые я еще не обозревал, и это все ждет своей очереди, это все будет сделано, само собой, опять же напомню, розыгрыш тоже будет, по-любому, так что ждите. После 7-го, где-то там туда, где-то через 2 недели после Нового года, это все мы придумаем, как это будет, и сделаем, разыграем. Вот. Всем, кто помогал, всем ребятам, именно менеджерам в частности, которые поверили, которые давали свою технику, огромное спасибо. Это тут как бы реально, ребята, от души, потому что, ну, мало какие компании согласны работать с маленькими каналами. Даже если они видят, что ты делаешь круто, то их не устраивает количество просмотров и так далее. А вы же без проблем, и это круто. Вот, тем более, что каждый раз, когда я к вам обращаюсь, то, ну, без разговоров, в течение, там, я не знаю, недели техника уже у меня в руках, и я уже ее тестирую, то есть делаю там первую съемку или еще что-то такое, да, то есть какие-то кадры красивые, уже начинаю работать над этим девайсом и параллельно это все тестировать и работать, и это круто. Так что вам огромнейший такой вот респектище, и надеюсь, что наша дружба будет продолжаться очень многие годы, так как канал небольшой, мне надо его еще вырастить, да, и вам же это тоже как бы удобно, чем больше мой канал, тем круче для вас, тем больше будет людей узнавать про вашу технику, да, с этой точки зрения. Вот, и всем, кого не упомянул или забыл сказать, компания Kingston HyperX, опять же, тоже SSD-шник прислали, первые, кто откликнулся тоже на зов помощи для сборки. Вот тоже огромное спасибо. Это очень круто, на самом деле, что вы согласились помочь. Вот. И отдельное спасибо именно ребятам с магазина Телемарт. Там есть Михаил, который реально тоже очень сильно помог. Я отплачу тем же, сделаю все, что от меня требуется. Я как раз вот уже все собрано, уже все продувается, уже все, то есть не хотел просто сжечь все внутренности, да, так как не хватало вертушек, я это все уже установил, так что обзоры тоже будут. Вот, дальше, и вам действительно огромное спасибо, потому что, ну, вклад был капитальный, чуть ли не пол стоимости компа получилось. Вот. По поводу процессора, купил я его сам, так как у компании AMD просто не было в наличии уже, это уже конец года, и я вот буквально недавно его купил, этот процессор, тоже сделал сборку, да, и начал уже новые обзоры монтировать на новом компьютере, и скорость просто сумасшедшая, об этом я тоже все буду рассказывать в следующих роликах, это тоже обратите на это внимание. Дальше, самый такой большой пинок моему каналу сделал, вы знаете этот канал, называется Pro High Tech, там Серега и Илья, да, вот получается рыжая и черная борода их называют, вот, они сделали реально такой пиночище моему каналу, сразу канал начал расти, у меня некоторое время было шоковое состояние, это они единственные, кто в принципе согласился помочь моему каналу. Вот именно я делаю для них ролик, да, создаю контент. Они просто оставляют ссылку на мой канал у себя под роликом. Сейчас они уже этого не делают, потому что нашлось много людей, которые, ну, не очень хорошо поступили. Тем не менее, я очень сильно благодарен этим двум ребятам. Просто, ну, офигенные, ну, с точки зрения просто так вот бесплатно на тебе, пожалуйста, так как молодой канал, только-только начал, да, вроде бы контент норм, почему бы и нет, то есть остальные отказываются, я же в свою очередь обещаю точно так же, если мой канал вырастет очень такой, достаточно большой будет, и ко мне обратится какой-то блогер, именно тоже с тематики техно, да, чтобы
я подтолкнул его канал, я это сделаю. Бесплатно, без всякой ерунды. Потому что я знаю, как это начинать. Я вон ползу потихонечку вверх. Не очень быстро, но при этом ползу. Да? И вот я буду точно так же помогать. Так что подписывайтесь, чтобы я остальным точно так же помогал. Вот. Ну и на этом, в принципе, итоги можно завершить. И что хочу сказать, друзья. Поздравляю вас всех с Новым годом, 2020, такая цифра классная, 2020, да, вот. Всем огромнейшего здоровья, всем тяги к обучению какому-то, изучению технологий, всем, скажем так, сумасшедшей просто удачи и огромных заработков для того, чтобы вы могли покупать эту технику, сами пробовать и что-то, может быть, мне начнете уже в конце концов в комментариях рассказывать, хотя есть сейчас люди, которые это делают, вот, может быть, вас станет больше. Так что всем удачи и за вас, друзья!